slow down. Grab and go up. Baby, like you tryna make your ass fall off. Slow down. Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий Хаус и прохождение игры Resident Evil 2. Компания за Леона Кеннеди. Вот. Так, убираем ленту. Так, три выстрела было нужно лизуну. А, их двое здесь. Поэтому было и три выстрела. Но нормально. И вертолет, и дверь разрушены. Кажется, пройти здесь не представляется возможным. Так, здесь у нас ничего нету. Покрыто толстым слоем пыли. Отлично, патрончики для дробовика. Патроны для ружья. Для ружья серии М1100. Сразу перезарядим. Каменная статуя рыцаря. На пьедестале надпись. Зажги два света, и тиранос храбрый живет. Синий ключ карты. Так, лизун. Ах ты, падла. Цапнул все-таки. Так, больше не взять нам ничего. Ну ладно. Нам все равно сюда надо будет возвращаться. Так, чтобы скинуть-то нам. Скинуть-то нечего. Ну, ладно. Thank you.
Так. Пластиковая карта с надписью «Замок в зале». Используй синий ключ. Да, пользуем. Используем синий ключ. Так, полностью заряжен. Ну что? Начнем. Наверное, отсюда. Ах ты, козел. Еще прыгнул на меня. Блин, два патрона истратил. Из этой фигни не видно. Ах ты! Как я тебя не заметил-то? Да какие они прыгучие-то. Полицейский меморандум. 23.08.1998. Данным письмом мы оповещаем вас о следующих изменениях в размещении оборудования, вызванных реорганизацией отделения. Сейф с цифровым замком был перемещен из офиса Старс на втором этаже в восточный офис на первом этаже. Новый шифр 2236. Информационный отдел полиции Ракун-Сити. Так, 2236. Надо запомнить, чтоб не забыть. Вот. Так, использую маленький ключ. В отличие от Клэр, у Леона нету отмычек. Так что ищем маленькие ключики. Провод скоро замкнет. Головы нет, похоже, что ее открутили. Так, использовали ключ пики. Все, он теперь бесполезен, не нужен. Ксерокс. Отчет патруля. Отчет патруля. 20 сентября, 21 час 30 минут. Записал сержант Нил Карлсон. Мы получили сообщение о подозрительной личности, прячущейся в канализации на окраине Ракун-Сити. Прибыв на место, мы обнаружили подозреваемого, однако ему удалось сбежать, и мы не смогли его допросить. Были обнаружены следующие предметы. Небольшое количество взрывчатки С4, электронный детонатор, инфракрасный прицел, сломан. Конец отчета. Так, печатная лента. Видеоматериалы. Папки с делами.
типу отчетов и расследований. Так, лечащий спрей. Все, больше здесь ничего нету. Идем дальше. Травушка. Окно вверху заколочено. Блин, напугали. Надо ж так. Дернулся аж. Банки колы. То же самое. Отчет об операции номер один. Отчет об операции номер один. 26 сентября. Отделение полиции Ракун-Сити было неожиданно атаковано армией зомби. Множество сотрудников получило ранения. Еще больше было убито. Во время нападения наше оборудование связи было повреждено. И теперь мы полностью отрезаны от окружающего мира. Мы решили предпринять комплекс оперативных действий для спасения возможных выживших, а также с целью предотвращения распространения эпидемии за пределы города. Наши основные задачи на данном этапе – оружие и боеприпасы. В связи с недавними странными событиями в городе, шериф Айронс поднял вопрос о возросшей угрозе террористической атаки. За день до нападения зомби он принял решение о перераспределении оружия из арсенала по нескольким тайникам с целью предотвращения его возможного захвата террористами. Эта временная мера вышла нам боком, поскольку теперь мы сами не можем отыскать все это спрятанное оружие. Нашей первостепенной задачей будет поиск тайников с оружием, поскольку без него нам против зомби не выстоять. Закрытый арсенал. Как было сказано выше, нам будет сложно отыскать тайники с оружием. Однако, в подземном арсенале еще остался значительный запас оружия. Несчастью, человек, ответственный за хранение ключа от него, пропал вместе с самим ключом. Кроме того, во время нападения было нарушено электроснабжение, и многие электронные замки в здании перестали работать. Нашей второй основной задачей является восстановление электроснабжения и получение доступа в арсенал, записал Дэвид Форд. Отчет об операции. 27 сентября. 13 часов. Зомби прорвались через восточную баррикаду, и в результате прошел очередной обмен. Раненых мы временно укрыли на складе конфискованных вещей. В битве было ранено еще 12 человек, записал Дэвид Форд. Дополнение. Еще трое было убито неожиданно напавшим на нас до сели невиданным чудовищем. Чудовище отличает похожие на бритвы когти и облезлая кожа. Однако самой отвратительной чертой, несомненно, является ужасный копиобразный язык, способный мгновенно пробить тело человека насквозь. Сколько всего таких существ и где они обитают, пока неизвестно. Мы окрестили это чудовище лизуном и занимаемся разработкой средств борьбы с этой новой угрозой. Камин. Над ним висит красивая картина. Название. Жертва адскому огню.
Вы больше ничего не можете взять. Ладно, вернемся за ним. Патроны для пистолета, отлично. Так, под замком выгравирован значок бубны. Бумага и другие всякие вещи там. Заперто, чтобы открыть, нужен особый ключ. Так. Думаю, как-то распределить это все. Старая печатная машинка, понятно. Отчет об операции номер 2. 28 сентября. Раннее утро, 2 часа 30 минут. Зомби добрались до нашего убежища и разразилась очередная битва. Мы потеряли еще 4, включая Дэвида. Теперь нас осталось всего 4 человека, включая меня. Нам не удалось достать оружие из тайников, и наши шансы на спасение становятся все меньше. Мы пришли к согласию, что здесь нам больше не продержаться. И выработали план бегства через канализацию. Насколько нам известно, туда можно добраться через сток утилизационного завода. Единственный недостаток нашего плана – это то, что мы не знаем, какие опасности могут предостерегать нас на заводе. Мы также понимаем, что наши шансы на выживание в канализации будут невелики, но это все равно лучше, чем просто сидеть здесь и ждать смерть, записал Эллиот Эдвард. Здесь я могу проявить пленку. Пленки у нас пока нету. Так, сбегаем, заберем камень. Чтоб не забыть просто. Кроваво-красный камень, размером с кулак.
все сбросим. Ручка поворачивается, дверь не двигается. Похоже, ее закрыли с той стороны. На основании что-то написано. Бог солнца и бог луны. Только их взгляд на меня может освободить красную душу. Передвигаем статую так, чтобы лицо смотрело на статую посреди комнаты. Одна есть. Вторая есть. Так, не понял. Не додвинул. Так, еще один камень. Кроваво-красный камень размером с кулак. Один патрон вниз использовали это. Все. Со всеми покончено. Офис Старс. Здесь находятся разные устройства. Должно быть, они собирали информацию. Так, ничего полезного. Магнум. Магнум 50 АЕ. Крупнокалиберный пистолет. Боеприпасы 8 патронов 50 мм. Выпущен Израилем. Так, это уже было. Чего? Наверняка ее бойфренд. Это стол Джилл, это стол Криса. Дневник Криса.
8 августа. Сегодня я снова говорил с шефом, но он пропустил мои слова мимо ушей. Я уверен, что Umbrella проводила в том особняке исследование вируса Т. Любой зараженный им превращается в зомби. Но особняк взлетел на воздух, а вместе с ним и все улики. А поскольку Umbrella обеспечивает, наверное, половину рабочих мест в городе, все стараются закрывать глаза на их темные делишки. Похоже, выбора у меня не остается. 17 августа. Я получил много сообщений о странных чудовищах, появляющихся в различных местах города. Готов спорить, что Umbrella замешана в этом. 24 августа. С помощью Джилл и Барри я наконец выяснил, в чем дело. Корпорация Umbrella начала разработку нового вируса G, еще более ужасного, чем вирус Т. И когда эти безумцы остановятся? Обсудив все это, мы решили отправиться в Европу, в главный офис Umbrella. Сестре я ничего об этом не скажу, чтобы не подвергать ее опасности. Прости меня, Клэр. Так было нужно. Чего интересного? Здесь стоят различные трофеи. Победитель соревнования стрелков Крис Редфилд. Коллективная фотография. Это вся команда Stars. Так, патрончики к пистолету. Полный кавардак, кто-то обыскивал стол. Похоже, владелец, видно, принадлежит к НСА. Эй, подожди! Так, встретили Шерри. Первая встреча с Шерри наш. Ключ от двери. Угу. Имеет форму масти бубна. Патроны дробовику. Леон, подожди. Клэр, у тебя получилось? Да. Ты здесь не видел маленькой девочки? Да, ты только что разминулась с ней. Кто она? Я не знаю. Но для нее слишком опасно оставаться одной. Леон, я пойду поищу ее. Ты пойдешь и узнаешь, как отсюда выбраться. Конечно, но пока я не забыл. Вот радио. Так мы сможем узнавать о всех новостях. I'll go look for her. You go and find us a way out of here. Так, сюда уже не надо. Стол заперт. Да, не было печали. Выключатель, он двигает полку вправо и влево. Ничего не работает. Много книг. Так, больше ничего не могу взять. Документация корпорации Umbrella.
Бронзовая пластина с какой-то картинкой. Так. Запоминаем расположение стендов. Выключатель на полке. Нажать. Так, двигаем один вправо. Это тоже вправо. Вуаля. Так, больше ничего не взять. Похоже, сломано, не работает. Квадратное отверстие. Здесь часовой башни у нас тоже пока рано. Так, все, здесь больше ничего нету. Ну что, я на этом прощаюсь. Вот, пойду сохранюсь. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте. Не забываем оставлять комментарии и отзывы под видео. Я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.